Мы, как и большинство уважающих себя мужчин, собрались переезжать из России. Мне на тот момент, в принципе, было похуй. Я не служил, я по возрасту не подходил. В военнике у меня какая-то хуета была написана. Если бы меня кто-то куда-то забирал, это был бы последний эшелон. С инвалидами, детьми, женщинами и стариками. А вот мой сосед, молодой, здоровый, служил. В военнике все прекрасно у него. Вот он немножко запереживал и говорит: «Антоха, нам пора лететь путешествовать». Я говорю: «А, ну давай». Как вы помните, в конце сентября 22 года был полный пиздец с билетами. В общем и целом, билетов, чтобы улететь либо уехать, не было. А если были, они стоили чудо там, блядь, нормально. Короче, соседушка мой находит билеты в Сербию. Я говорю: «Полетели». Но рейсы, конечно же, были не простые, а с миллиардом пересадок. Маршрут там был интересный. Питер-Москва, Москва-Турция, Турция-Албания, Албания-Сербия и ура, мы на месте.